Сегодня в Государственной филармонии Черкесска состоялась торжественная церемония вручения документов об образовании выпускникам колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Радостное и волнительное торжество прошло в теплой дружеской атмосфере с торжества. Альбина Ламкова. Кульминация праздника – вручение заветных корочек. 137 выпускника стали обладателями дипломов колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. В республике резко возросло число квалифицированных работников в сфере туризма и услуг. Об этом можно говорить смело, так как колледж считается лидером в системе среднего профессионального образования Карачаева-Черкесии. Обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Руководитель колледжа Виктор Китаух поздравил и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в успех студентов. Выразил гордость за своих учеников и пожелал им удачи в будущих начинаниях. Еще он рассказал, что в настоящее время одним из наиболее заметных инноваций последних лет является использование технологий в сфере туризма и услуг. А 1 сентября впервые в республике на базе колледжа открывается образовательный кластер. С сентября открывается образовательный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет», в котором работодатель становится одним из главных звеньев во всем процессе подготовки кадров. Это стало возможным благодаря поддержке высшего руководства нашей республики, лично Рашида Борисовича Темрезова и министра образования Инны Владимировны Кравченко. И я хочу им сказать очень большое спасибо. За годы обучения в колледже выпускники проявили себя как талантливые и трудолюбивые студенты. Успех неудивителен, так как создание комфортных условий обучения считается главным в образовательном процессе, потому как именно в таких условиях студент чувствует свою успешность и интеллектуальную состоятельность. В итоге процесс обучения дает хороший результат. Это отметили и гости торжества. Депутат Народного собрания Алексей Ганшин и заместитель министра образования и науки республики Заира Карасова. Работодатели, с которыми сотрудничает колледж, также приняли участие в церемонии. Они подчеркнули высокое качество подготовки специалистов и выразили надежду на продолжение сотрудничества. Одна из них – Фатима Исламова. Мы работаем более 30 лет. 30 лет. Колледж индустрии питания очень высококвалифицирован, педагогический состав. Во главе Виктор Абдуллахович Китаев, очень классный руководитель, хороший, мощный менеджер. И детей, соответственно, готовят профессионально. Они их обучают, дают теорию, а мы уже на практике уже обучаем, как правильно работать, как входить в жизнь. Все нарядные. Букеты цветов и их аромат перемешался с легким волнением, немножко грустью и радостью, как выпускников, так и их преподавателей. От того, что лекции, практика, зачеты, экзамены позади, а впереди новые горизонты и достижения. Амалия Датхудаева – одна из лучших студентов колледжа. Сегодня ей вручили диплом с отличием по специальности повар-кондитер, повар-технолог. Обучалась в этом колледже 4 года. Это было мое самое лучшее решение, наверное, в жизни. Наши преподаватели, они такой труд нас вложили, просто колоссальная работа над нами. Спасибо отдельно Виктору Абдуллаховичу, директору нашему колледжу. Любые мероприятия, любые там инициативы, он все поддерживал. Повара – это всегда заработок, я считаю. Даже у нас в республике мы проходили практику в разных местах, ездили даже в Архыз. Вот. Я очень довольна, знания дали хорошие. Церемония вручения дипломов стала ярким завершением учебного года. Выпускников на протяжении всего праздника радовали выступления артистов Государственной филармонии. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.